Тверь во второй раз стала местом проведения научно-популярного фестиваля «Цифровая история». Тема оказалась весьма интригующей. Вопросы истории – фестиваль исторических загадок. Помимо лекционной программы, вниманию гостей и участников была предложена книжная ярмарка, шоу реконструкторов и выступления артистов. Фестиваль в Твери провели директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев и лидеры отечественного исторического «Научпопа». Участниками события стали тверской сенатор Андрей Епишин, председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев и депутат областного парламента Руслан Лебедев, министр правительства Москвы Александр Кибовский. В течение двух дней популярные лекторы и профессиональные историки раскрывали аудитории интересные исторические загадки, ответив на вопросы веками, волнующие человечество. За что сожгли Джордано Бруно? Кто оклеветал великих писателей Достоевского и Тургенева? Почему декабристы не освобождали своих крепостных? Кто писал под псевдонимом Шекспир и многие другие? Естественно, не обошли стороной историю Твери и Тверского княжества. Если рассказывать массовому зрителю так, как это написано в научных монографиях, то зритель убежит. Вот. Поэтому находятся специальные формы, когда рассказ становится увлекательным, авантюрным, он держит внимание, и зрители смогут высидеть от 11 до 6 часов, то есть 7 часов рассказов о прошлом. Секрет популярности, отмечают организаторы, в том, что фестиваль сочетает в себе как изучение истории, он интересен профессиональным историкам как дискуссионная площадка, так и ее популяризацию. Как отмечают организаторы, общий интерес к научно-просветительским мероприятиям растет год от года, а подобные фестивали собирают большие аудитории. В истории важно прийти к единому, все-таки к единой такой стратегической конве всего, что происходило. За 5 лет существования фестиваля у него появились постоянные зрители, которые искренне интересуются научно-популярным проектом «Цифровая история», где о мировой и отечественной истории рассказывают с научных позиций. Но просто, доступно и интересно. Ведь цель проекта – сформировать у широкой аудитории интерес к научным проблемам и сохранить академический смысл истории, веру в идеалы и духовность. Не случайно его негласный девиз – верный способ попасть в историю.